Христос воскресе! Воистину воскресе! Благодарю вас сердечно за такое замечательное поздравление с праздником Святой Пасхи. Вот смотрю на вас и вспоминаю свою молодость, когда я был таким, как вы. Это было в тогдашнем Ленинграде. Я и подьяконствовал у владыки митрополита Никодима. Храмов на весь Ленинград, многомиллионный, было всего 15. И поэтому народу набивалось, мыслимо и немыслимо. И вот часто, вглядываясь в эту огромную толпу, 5, 7, 8 тысяч человек в храме Троицком Александра Невской лавры, я пытался сосчитать молодые лица и не мог. Это были пожилые люди. И цвет был серо-коричневый, черный. И это делалось специально для того, чтобы показать, что у церкви нету никакого будущего. Уйдет вот это поколение серо-коричневых, темных старушек. И все. И вот сейчас, когда я смотрел на вас, мне вспомнилась та картина. Я вижу, какой же мы путь большой прошли. Сегодня у нас другая церковь. В том смысле, что у нее другое лицо. У нее все более молодым и молодым становится это лицо. Все более деятельным и деятельным. И вот именно с этим изменением я и связываю возрождение России. Храни вас всех, Господь. Крепкой веры вам. Счастья в жизни. Мира в сердце. И всяческого благополучия. Христос воскресе! Христос воскресе!